Ваше Преосвященство, досточтимые отцы, братья и сестры, отец Димитрий, настоятель всего святого храма, я хотел бы всех вас сердечно поздравить с большим событием, с освящением этой замечательной церкви, у которой прекрасная история, но и которая с художественной, архитектурной точки зрения является замечательным памятником нашего национального искусства. Она была разрушена и поругана, как большинство храмов на Руси. И поэтому всякий раз, когда мы освящаем возрожденный храм, мы тем утверждаем одну великую истину. Бог поругаем не бывает. Сколько же сил на протяжении 2000 лет было обращено на то, чтобы навсегда из сознания людей ушло имя Господа Иисуса Христа. Это были и внешние гонения на церковь, и провоцируемые изнутри расколы и разделения. Это было непонимание властей, а иногда чрезмерная забота, которая сковывала церковь, мешая ей свободно развиваться. Трудно перечислить все те испытания, через которые прошла Вселенская Церковь Христова. Но для всех очевиден факт. В 21 веке мы молимся так же, как молились наши благочестивые предки и сотни тысяч лет тому назад. Мы исповедуем те же самые истины. Мы пытаемся основывать свою жизнь на тех же самых нравственных принципах, которые Господь нам предложил через свое Евангелие. И один этот исторический путь церкви должен вразумить тех, кто еще сомневается. Но разве без помощи Божией могла бы устоять человеческая институция, созданная на мифе, на лжи, на заблуждении? Даже институции, которые создавались силой человеческой мысли, высотой философских знаний, мощью государства, ни одной из этих институций не существует более, если в качестве измерения взять 2000 лет существования христианства. А церковь существует. Она существует не потому, что ее возглавляют, ей управляют какие-то выдающиеся личности, не потому, что она основывает свою деятельность на каком-то особом интеллектуальном базисе, не потому, что она хорошо организована, она совсем с точки зрения светской организации организована нехорошо. Она существует только потому, что она Церковь Божия. И о ней заботится сам Господь Иисус Христос. Но эта забота проявляется ведь не сверхъестественным образом. Она является через людей. Люди, вдохновляемые христианским идеалом, понимая значение веры, церкви, делают все для того, чтобы поддержать в том числе и ее внешнее материальное бытие. Как человек создан из души и тела, так и церковь, являясь телом Христовым, имеет это духовное измерение, но одновременно, как общество людей, она имеет свою организацию, свои материальные потребности для того, чтобы существовать и делать все то, что она призвана делать в отношении личности и общества. И очень многие люди, понимая эту особую роль церкви, откликаются душой своей, мыслью своей, жизнью своей, средствами своими, организационными способностями. И мы глубоко благодарны всем тем, кто в этот особый период истории Русской Церкви содействует возрождению ее святыни, а значит и утверждению непререкаемого духовного авторитета
который церковь основывает не опять-таки на человеческом факторе, а на самом божественном откровении. Сегодня мы празднуем память Святой Марии Египетской. Большинство из церковных людей знают ее житие. Оно удивительно, почти что сказочно. Но поскольку церковь никогда не подвергала сомнению эту историю, то значит она соответствует действительности. Потому что как много всяких историй пытались навязать церкви, так называемые апокрифы. Их создавали разные люди, а иногда целые организации. Их пытались внедрить в церковное сознание, а церковь их отторгала. А вот житие Марии Египетской было принято как автентичное, подлинное свидетельство о совершенно потрясающем духовном опыте человека. Кратко напомню вам ее жизнь. Мария была падшей женщиной, уличной женщиной в портовом городе Александрии и не имела никакой особой связи ни с Богом, ни с церковью. Но в какой-то момент ей захотелось побывать в Палестине, и она отправилась туда, но не была допущена до святых мест, потому что какой-то силой, непонятно какой, она не могла вступить в Божий храм. И в этот момент в сознании этой женщины происходит что-то трудноописуемое. Она принимает решение не возвращаться в Александрию, все оставить и уйти за Иордан, в пустыню. Сегодня за Иорданом существует государство Иордания с дорогами, с отелями, с городами, с поселками. Хотя до сих пор сохранились части той самой заиорданской пустыни. А в то время это была пустыня на сотни и сотни километров. Она не была такой, как сегодня. Климат был другим. В этой пустыне жили дикие звери, в том числе и львы, которые сегодня там не живут. Нахождение в этой пустыне было совсем небезопасно. Мария переходит через Иордан, не имея ничего. Ни денег, которые там и не очень нужны были, ни куска хлеба. Она начинает питаться тем, что дает эта пустыня. Она живет без крыши над головой. Ее одежда истлевает. А те, кто бывал в Заиорданской пустыне в зимнее время, знают, что там бывают холода и даже иногда выпадает снег. А летом страшная жара, которая выжигает все живое, и траву, и растения. И вот эта женщина, обнаженная, без крыши над головой, без куска хлеба, живет в этой заиорданской пустыне. Не год, не два, десятки лет. И когда встречается с одним из подвижников иорданских, преподобным Зосимой, то он видит в ней не человека, а ангела. Еще в XIX веке замечательный проповедник, архиепископ Иннокентий Херсонский, размышляя над жизнью святой Марии Египетской, говорил о том, что современному человеку трудно все это понять и, конечно, невозможно осуществить. Но отталкиваясь от опыта Марии, он произнес замечательные слова. Нужно, чтобы в душе открылась потребность войти во внутреннюю пустыню. Вот эти слова, я думаю, могут быть понятны и людям 21 века. Если взять путь Марии от самой бездны греха, он пролегал через покаяние, и привел к
уединению, к абсолютному ограничению своих потребностей, к жизни в соответствии с волей Божией, в полном доверии к тому, что Бог совершит в отношении ее. Если ей было суждено умереть от голода, она была готова принять эту смерть. От жажды готова была принять. Быть растерзанной дикими зверями готова была принять. Она, эта женщина, ничего не боялась. Она стремилась к уединению. А почему? А потому что, оставаясь наедине с самим собой, человек лучше себя начинает понимать. Он видит свои слабости. Ничего внешнее не провоцирует его на ложь, на греховные поступки. Он Бог и больше никого. Уединение является непременным условием формирования человеческой личности. Конечно, навряд ли кто-нибудь из современных людей готов повторить подвиг Марии Египетской. Да, может быть, и места такого сейчас не сыскать. Но это не значит, что мы не должны серьезно воспринимать повествование ее жизни в пустыне. Наоборот, это означает, что мы должны задуматься о том, но почему же эта женщина, с нашей точки зрения, такая светская, такая вовлеченная в грехи мира сего, ушла в это уединение? И ответ, конечно, один. Когда человек начинает серьезно анализировать свою внутреннюю жизнь, когда он пред Богом исповедует свои грехи, когда он сознает свое несовершенство, ему нужно сконцентрироваться, ему нужно подумать, ему нужно принять какие-то меры к ограничению самого себя. И тогда уединение становится жизненной необходимостью. Потому что житейская суета не дает возможности произвести эту самую трудную работу, на которую только человек способен – преобразование своей собственной души. И, конечно, возникает вопрос, ну а как же нам-то быть современным людям? Ну где же найти это уединение? Работаешь. Многие работают долго. Особенно те, кто во власти или кто занимается каким-то ответственным бизнесом. Иногда спрашиваешь у такого человека, сколько вы работаете? Отвечает, да почти 12 часов в день. Но где же такому человеку, вовлеченному в эту круговерть повседневной жизни, найти возможность обрести пустыню, как говорит архиепископ Иннокентий Херсонский, внутреннюю пустыню, куда можно было бы уединиться? И, наверное, ответ будет очень неожидан. Всякий раз, когда мы приходим в храм Божий, мы оказываемся в этой пустыне. Иногда нам трудно стоять в храме, особенно если служба продолжительное. А вот ведь в этом есть особый смысл. За 15-20 минут ты не переключишь свое сознание. Ты не забудешь проблем, которые тебя преследуют. Ты не уйдешь во свою внутреннюю пустыню. Нужно время. И нужен некий даже физический подвиг. Ведь Мария-то этот подвиг несла, физический подвиг. Вот так и стояние в храме есть маленькое отображение того самого подвига, но этот подвиг влияет на те же наши умственные, духовные центры и способствует мобилизации внутренних сил. И когда мы пребываем в храме, мы ведь можем подумать о своей жизни, о своих родных, близких, об отношениях с ними. Мы можем исповедовать Господу то, что стесняемся сказать священнику, а может быть, даже никогда не решимся ему сказать. Но пред Господом-то мы можем все это исповедовать. Всю свою ложь,
всю свою неправду, все свои грехи. Богослужение – это и есть пустыня посреди мечущегося мегаполиса. Входишь в храм, и перед тобой открывается эта иорданская пустыня. Конечно, без тех подвигов, что несла преподобная Мария. Но результат может быть приближенным. Может быть, и святости такой не достигнем. Но чистить душу свою научимся. Оттачивать самосознание, внутренний анализ, способность препарировать все внутренние движения своей души. А когда люди отправляются в паломничество в монастыри, это тоже посещение пустыни. Это уже не два с небольшим часа пребывания в храме. Это иногда день, два, три, четыре. Я знаю, как многие наши соотечественники мужского пола посещают Афон и, прикасаясь к этой пустыне, говорят, что ничего подобного в жизни своей не испытали. Но любой монастырь может быть такой пустыней. И поэтому так важно паломничать, отрываться от суеты житейской, уезжать на день, на два, три, молиться, отождествлять себя с монастырской и монашеской общиной, жить той же жизнью, питаться, как они питаются, молиться, как они молятся. И это открывает для человека возможность войти в опыт пустынной жизни, столь необходимый для спасения. Пример святой преподобной Марии Египетской остается для нас загадкой и недостижимым идеалом. Но если мы будем проводить себя через опыт пустынножительства, уединения, во время молитвы в храме, во время посещения святых обителей, то что-то может быть какая-то частица ее опыта станет и нашим опытом. Ради этого церковь и вспоминает пятое воскресенье Великого Поста. Имя святой преподобной Марии Египетской. Аминь.